Компрессор. Вот здесь красная кнопочка такая. Рычажок. Рычажок, ага. Опускаем его вниз. Ага. Все заработало. Работает тихо. Угу. Все отлично. Давление компрессор. Набирает. Только периодически надо обязательно. Только периодически давление. Надо я обязательно смотрю. Сливать конденсат. Это надо делать в конце каждой смены. Понимаете, никто же это не делает. Сейчас наберет давление. А мы делали. Сейчас наберет давление и выключится. Большой объем, поэтому долго набирает. Наберет, выключится. Вся автоматика исправная. Включается очень редко. То есть, если компрессор стоит непосредственно в кабинете у врача, вот он набрал и хватает. Ну, конечно, компрессорная. У нас-то компрессорная была. До скольки он набирает?